Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня я буду обеззараживать очередную партию для следующего лотка, очередную партию грунта с помощью фитоспорина. Так как у меня осталось до посева совсем немного времени, я буду сеять 28-29, я буду обеззараживать не методом пролива в лотке, а предварительной подготовкой почвы. Я вот сейчас фитоспорином ее смочу, но не сильно, чтобы она через 2-3 дня была уже готова. Я уже рассказывала, как я марганцовкой делала вот такое вот быстрое обеззараживание. Это значит, первый способ, когда проливаем, кладем грунт в лоток, потом хорошо проливаем, прям хорошо, чтобы вся земля пропиталась, и ждем, когда высыхает. Но это обычно надо делать через за 80 дней до посевов. У меня времени осталось мало, поэтому я буду просто смачивать вот этот грунт в тазике свой фитоспорином. Фитоспорин раствор. Я рассказывала вам, как я развожу, делаю рабочий раствор. С этого рабочего раствора я вот приготовила, уже именно взяла несколько ложечек этого раствора, развела в воде. И теперь всю эту землю этим раствором я смочу до такого состояния, чтобы она была не жидкая, не сухая, а именно вот такая, которая готова к посевам. Она постоит несколько дней, и в нее я буду сеять или перец, или баклажан. Так же, как тесто, вот муку мы делаем, я доливаю несколькими частями. Немножко полила, если еще чувствую, что недостаточно увлажнилось, сухой на дне. Я весь этот грунт перерабатываю, весь перемешиваю. Когда он будет нормальный, вот такой влажный, но сыпучий, тогда уже я его перемещу вот в этот свой белый лоток. Дырки вчера я делала, вы видели. Все, я его подготовлю. И часть земли оставлю для верхней присыпки. Сверху землю, которой мы присыпаем семена, они тоже должны быть обработаны именно, продезинфицированы, обезврежены с помощью наших вот этих препаратов. Все, я всю землю смочила. Можно ее оставить тут же, в этом тазу, но просто он мне нужен. Можно переложить сразу в лоток. Если она потом немножко как подсохнет, ну лучше ее пленочкой накрыть. Но если все-таки подсохнет, можно сверху потом сбрызнуть. Или при посеве вы уже польете дорожки, именно те, куда вы будете класть семена. Все, я вот вам показала, как я протравливаю, обеззараживаю фитоспорином почву. Это быстрый, ускоренный метод, когда не нужно ждать 10 дней. Увлажняю до такого состояния, чтобы она была влажная, но еще сыпучая. И все, несколько дней, и лоток с землей к посевам будет готов. Это я готовлюсь к посевам на 28-29 января, когда я буду сеять баклажаны, перцы и томаты для получения раннего урожая, для выращивания только в теплице. Для открытого грунта сеять еще рано. Для открытого грунта перцы будем сеять в феврале, а помидоры, томаты только в марте. До свидания. С вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов. Заходите в группу «Огородная азбука» Ольги Черновой. Там каждый день выкладываю статьи, все, что я на видео снимаю. Там всему будет печатный вариант. Я вот все говорю, что говорю, снимаю. Потом я все записываю это на бумагу в виде статьи и выкладываю в своей группе «Огородная азбука». Кто на видео что-то не понимает, на тексте там написано, конечно, более подробно. Там по пунктам, с выводами. Все, заходите, читайте.